Женщина очень любит говорить, что для настоящего мужчины не важно, сколько мужчин у нее было до него. Главное, чтобы после него у нее никого не было. Как правило, такие разговоры женщина начинает заводить, когда она уже особо никому не нужна. Конечно, обнулить свое прошлое женщине очень удобно. Но вот только мужчине сама женщина почему-то никогда ничего не забывает. И вот тут мне в интернете попалось одно видео. Я уже его сам когда-то давно видел, а сейчас хочу показать вам. Прикреплю его, как обычно, в конце ролика. Думаю, что большинство зрителей моего канала с таким перформансом сталкиваются впервые. И потом эти женщины вернутся в Россию и наверняка будут требовать, чтобы мужчины их уважали. Им доверят воспитывать детей, и, скорее всего, они будут осуждать других людей за то, что те, по их мнению, ведут себя как-то неприлично. И, скорее всего, они найдут себе какого-то хорошего парня, за которого выйдут замуж, и который совершенно ничего не будет знать об их прошлом.